Всем доброго дня. На осмотре у нас Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска, 2 литра бензин, 170 лошадиных сил, полный привод, коробка-автомат, классический. Заказал клиент из города Санкт-Петербург осмотр данного автомобиля. Итак, что касаемо осмотра данного авто, значит, у нас все, кроме лобового, все стекла оригинал, тормоза. Ну, в принципе, машина давно стояла, а так вот в нормальном состоянии тормоза. Значит, резина у нас 18 года, в хорошем состоянии. Сейчас покажу немного салон. Комплектация достаточно богатая, бесключевой доступ. Чуть прожгли вот боковину сидений. Есть задняя камера. Значит, 510, если не ошибаюсь, мультимедийная вот эта система. Ну вот, вот так вот выглядит салон. Все очень, как всегда, все хорошо, в хорошем состоянии. Я имею в виду, в отличие от корейцев, рули у Volkswagen, педали, селектора, КПП. В принципе, в хорошем состоянии. Есть у нас, значит, крашеные детали. Также есть шпаклевка на заднем левом. Значит, в заднем левом крыле, где вот фонари, чуть-чуть есть шпаклевки на задней пятой двери. И крашена, значит, передняя правая дверь по косметике. Значит, мотор у нас без маслоподтеков, турбина сухая. На соединениях с интеркулерами тоже все сухо. Фары у нас оригинальные, соответствуют году выпуска по наклейкам. Есть ошибки по электронике, прям не глобальные, но есть. Так, значит, у нас растянута цепь двигателя. Пробег в блоках полностью соответствует заявленному. По езде все хорошо. Информация была передана, автомобиль был приобретен. Всем пока.